Мне стали часто поступать вопросы, когда и как формировать фикус, насколько он должен вырасти, сколько у него должно быть листьев. На самом деле каких-то четких границ нет. Все зависит от того, что вы хотите получить. Чем больше вы позволите фикусу вырасти, тем толще у него будет основной ствол. После этого можете обрезать его хоть здесь, хоть на верхушке. Но не забывайте про то, что сделав срез, например, где-то здесь, боковые ветки начнут расти немного ниже. Поэтому учитывайте это, если для вас важно, с какой высоты он начнет ветвиться. Если вы хотите максимально ставить высоту растения и при этом укоренить верхушку, то рекомендуется срезать примерно 10-12 сантиметров и желательно там, где ствол начинает становиться вот таким коричневым. Поэтому не важно, какой возраст у растения, сколько у него листьев и есть ли листья вообще вот здесь. Бывает, что очень часто они опадают. Обрезку можно делать где угодно, лишь бы вам это нравилось.